Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Все, все остальные в спектейтер. О, я вообще забыл, что два нубасоса у меня в команде. Я думал, сейчас кто-то здесь да нормально. Хороший появится. А появились вот вы, и мне сразу как-то грустно стало. Да шучу! Мы с вами сейчас... Пух-пух ты, ну... Мужик, ты хотя бы снайперку в руку возьми. Алло. 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 Так, ребят. Перезарядите снайперки, чтобы все работало. Я верю в то, что мы сможем затащить. Но если мы не затащим, все равно знайте, что вы лучшие. Потому что Икс Данила, у него же Натаха и Яшан, да? Да. Натаха будет сидеть где-то прям вот за... Вот так вот. Икс Данила будет люто прессовать. Яшан, если ей повезет, она кого-то убьет. Я предлагаю не прессовать, не бежать и сдавать минимальное количество звуков. Потому что это все же... Это не запись ролика. Это реально... Прям, ну, тактика должна быть. Поэтому да. Мы медленно идем. Я сейчас давайте возьму бомбу. Мы медленно идем. Вы, скорее всего, отвлекаете. Или мы можем пойти вместе на самом деле. Просто я буду говорить, кто-то идет в одно окно, кто-то идет в другое окно. Вы готовы начинать? Да. Да. А мы на какую точку идем? А, Б. Сейчас решим. Готовы? Вы точно да. готовы? Да. Точно, да. точно. Чат, вы все готовы? 3, 2, 1. Все, давайте за мной. Понеслась. Не высовывайтесь, потому что они будут вот это проверять место, из которого мы выходим. Поэтому нам бы сами выйти через какой-то черный вход. Но черного входа, выхода здесь нет. Поэтому давайте пофиг, залазим наверх. Я буду чекать... О, здесь... Давайте здесь быстро перебегаем на стройку. Самое главное, чтобы они не видели, куда мы бежим. Потому что это как бы, ну, ключевое. Давайте через окно. Главное, не упадите в это в заграждение и не сдохните. Перепрыгивайте его. Давай, 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 давай. Давай, Хаба. И ты... Все, молодцы. Сейчас максимально аккуратно я вот это, я буду проверять. Если я кого-то увижу, я вам скажу. Обходим прям вот так со стороны через лес. Я не знаю, самое главное, знаете в чем? В том, то, что два человека у них на одной точке, один человек на другой точке. И вот фиг его знает, кто на какой. Я вам, смотрите, что предлагаю. Так, давайте вот здесь. Давайте я... Все, здесь на шифте не прыгаем. Здесь на шифте. Если что, нас никто не слышит, мы втроем только здесь. А, давай. Я туда залезу, посмотрю, где кто находится. Если там кто-то есть, по крайней мере, постараюсь его убить. Хорошо, мы тогда тут ждем. Да. Если я сдохну, ждите, пока я прибегу. Чекайте крышу, они могут через крышу. Окей. Хорошо. Тихо. Нормально, нормально, нормально. Залезаем, залезаем наверх. Залезайте наверх. Ядрён меня! Убегайте! Убегайте! Ты прячешь по... Бежим! Да не в ту сторону бегите! Чё за... Нет! А почему я взлетел просто на куда-то на Сатурн нафиг полетел? У меня просто... У меня залагало это, крюк. Ждите меня. Мы тебя ждём. Ждите меня, да. Давай стенка стоим. У меня сердечко бьется. У меня тоже пульс зашкаливает просто. Ладошки в смысле? Если, как? Если я сказал не высовывайся, что значит не высовывайся? А я стоял просто. Ну так ты на крыше кажись, на крыше гречка. Ну так... Она здесь, направо, смотри, направо. Гречка, где? Скажи, где ты, скажи, где ты, я приду, скажи, где ты, я приду. Я вот на белой крыше, вот куда ты забирался, только вот я тут такой балкончик маленький очень. Нифига я непонятно. Эх, вот... сейчас, я могу... Я вижу. Скажи, где? Наверху, наверху! Она тут, Наташа! Сейчас! Вот где мы были? Где мы были, где мы понял, были? Понял. Молодец, есть. Молодец, ты огромный молодец, ты Натаху убила! Молодец, молодец, тихо. Тихонечко, не шумим. А самое главное, Гречка, что? Не пердим. Да. Убил! Так, забираться так же на крышу? Да-да, крой там. Я уже иду, если что. Нам еще раз, смотрите, что. Молодец, ты огромный. Кто магазин убил на так? Какой нафиг магазин? А, Аша! В смысле? Бегите на точку, да, ко мне, я минирую. Главное, не сдохните, я вас умоляю. Не сдохните. Я минирую. Давай, я прикрываю. Заминировал. Все, закрывай дверь нафиг. Не, спускайся туда вниз, я буду здесь. Молодцы. Сердечко-то бьется. Сейчас выпрыгнет нафиг. Я слышу крюки. Так. Убил! Я не знаю, как я его убил, но я его убил!
там внизу, внизу. Слушай, слушай, кройте, 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 вы молодцы, вы молодцы, кройте, 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 кройте. Тихо, тихо. Кто упал? Я, еще. Наташа, есть! Молодец! Наша они! Молодцы! Отлично! Сади, мои! Туда их! Туда их! Ждем, ждем, ждем. Сколько там бомба осталось? У меня не пишет. У меня не, не пишет этот таймер. У меня тоже не пишет. Мы надеемся на то, что взорвет. Вижу их, Данила. Взрывай! Патроны кончились! Бежи, бежи, бежи! Под... Все! Да! Туда! Туда их! Изи! Я в бочке застряла, но мы победили. Молодцы, слушай, Гречка, у тебя 3 килла. 3. И у Ашана 1 килл, которая на таху. Не, не надо писать, извинись, извинись, не надо писать, изи. Надо уважать своих противников. Никогда не знаешь... Они молодцы, они достойны. Никогда не знаешь, кто может камбэкнуться. Напиши, вы молодцы, молодец. Всегда надо уважать. Они могут просто быть не в форме, они может не в состоянии. Как бы учитывайте, что сейчас мы в защите будем, а они в нападении. Все, готовы? В чате все пишут да. Мы готовы. 3, 2, 1, погнали. Так, давайте, давайте, смотрите куда, сюда. А? А, Бишка, здесь, крой здесь, вот, заныкайся вот здесь. О! Отлично. А Гречка наверх. Так, наверх. Прям на самый верх, на самую крышу. Я постараюсь немного запушить. Постараюсь немного запушить. Если я увижу то, что они бегут, я их буду вот это пердохать. Если вы увидите то, что они где-то. Этого в меня стреляют? Если вы увидите то, что они бегут, если вы будете знать, какую сторону они идут, если вы будете хоть какие-то малейшие намеки. Вижу их, Занила. Он бежит. Убил! Убил их, Занила. А, Натаха через школу бежит. Натаха через школу бежит, пока вообще непонятно куда. Я постараюсь ее прессануть. Кройте точки, просто кройте. Возможно, это отвлекающий... Возможно, это отвлекающий маневр. И сейчас Ашан прибежит где-то из-за угла. Поэтому аккуратно будьте. Будьте аккуратно. Меня стреляют. Поняли? Да-да-да. А-а-а. Так, я на крыше, если что. Я могу тогда тут сразу все здание. Тут и красное на красной зоне тогда. Так, ну пока что у меня тут никого нету. Ух ты, мать моя женщина, господи, я даже не ожидал, что я такой флик сделаю сейчас. Фу, нормально, нормально, нормально. 2 килла мы сделали. 3 килла мы сделали. 3 килла сделали, ребят, вы просто там кройте. Самое страшное, то, что из-за спины могут появиться. Я в любом случае до любой точки прибегу за пару секунд, если что. 5 секунд, и я буду возле вас. Икс Данил почему-то, мне кажется, пойдет Бишка к себе сейчас. Есть такое ощущение. Не уверен, но я его здесь нигде не вижу. Это значит, что он обходит где-то что-то стороной. Так, окей. Здесь пока ж никого нету, в принципе. Кто по кому стреляет? Кто по кому стреляет? По мне стреляют, да? Ага. По мне стреляют? А не как? Знаю, я не по мне не стреляли, когда я был на улице. Почему по мне стреляют сейчас, когда я в здании? Я даже не знаю, где они. Я видел где-то на так. Их занил в здании, он бежит, да, он, я тихо. А, он, сейчас, я пытаюсь понять, куда он идет, он прям у нас на спавне, если что, то есть он прям на спавне, он бежит вроде, фиг его знает кому, Бишка к себе зайдет сверху слева, с балкона, с балкона, ощущение, как будто бы оттуда зайдет. Зашел! Убил. Да, молодцы, туда их, туда! Бомба у меня тут. Да, бомба у Бишки. Я крою, где, скажи, вижу. Вот тут, внизу. Я, если что, на крыше. Сиди там, бомба у нас, Гречка. Иди ко мне, что, иди хорошо? Сюда к Бишке. Так, вы внизу, да, Да, внизу. Иди на балкон, который над Бишкой. Вот туда. Не, в другую сторону, ага, другой бегу. Балкон. Все. Ага. Я буду стараться крыть вот ту точку, потому что они оттуда заходят. Вот оттуда. А, Гречка, смотри. Да. Бишка, чекайте вот те большие окна панорамные. А ты смотри, ага. Бишка, Гречка, да-да. Смотри, вот там снизу они могут заходить. Угу. Я буду смотреть эту точку, потому что я уверен, что они зайдут как будто бы отсюда. Мне тогда вот тут стоять, да? Да. Ага. Просто кройте. 19 киллов. Тупо кройте. Если услышите шаги, говорите. Услышите... Их занил! Где? Вот на точке! Давай, Бишка! Он на точке. Он ищет бомбу. Тихо. О! Просто молчить. Я постараюсь прикрыть, подождать, когда вы придете.
У вас там осталось пару секунд на возрождение, поэтому терпите, мои хорошие. Все, я бегу, я бегу. Бомба тут же, она никуда не пропала. На те же самые точки возвращаемся. Тут Наташа. Где? Ой, Ашана. Ну Ашана сами убил Натаху, она плантила бомбу. Бомба в том же самом месте, где и была. Бишка, возвращайся на исходную точку. Молодцы! Откуда? Где? Ты говори, где он? Он просто на улице бегает. Все, крой, видишь, бомба? Крой ее. Просто крой. Вижу. Лучше вообще заныкайся и крой просто какую-то одну отдельную точку. Потому что X-Данил может зайти совершенно с любого окна. Он уже тут, на точке, Давай, ты сможешь! Давай! Убил. А, молодец. Где тебя убили, этот, Бишка, где? Они спаун-киллят, просто на спауне меня убивают сразу, я просто не успел выйти даже. Понял. А так можно? Нет, нельзя. Но это мы им скажем. Крой, Гречка, иди заныкайся, не бегай так в открытую. Бишка, хорошо. Помогай Гречке. Я тогда тут в коробках. Ага. Я думал, это Ната хотел тебя убить, Бишка. А это... Где? Уже на спауне. А, вижу, я вижу, она на точке. Я постараюсь сейчас ее... Патроны! Говори где, я не понимаю. Так, вот она прям тут бегает. Убил. Бишка, возвращайся. Я иду. Бишка, Миш, меня опять не убьют. Это ты этим крюком пользуешься? Да, это я. X-Данил! На точке? Да, X-Данил, давай! Убил, я убил. Все, не будьте вдвоем в одном месте, Бишка! Залезай сюда, где я. В одном месте, на одной точке, это максимально плохо. Крой один ход, Бишка. Они в любом случае, понимаете, должны к нам вернуться. Потому что бомба-то у нас. Они меня убили. У них есть сейчас секунд 15, чтобы прибежать за бомбой. Тупо ждите. Так, Бишка, ты давай вот за этим углом, я за тем. А ты где? Я сейчас постараюсь быстро заспавниться. Нам их надо 13 раз убить, им 19. 18, потому что я сейчас сдохну. Они бегут, они, возможно, сейчас все жестко зайдут. Ох. Ага. Так. Пока что никто не идет. Ну это пока. Сейчас. Все, я с вами, это я, не стреляйте. Убил. Я тут дыра есть нафиг! Дыра? Да, вот здесь дыра! Их за не зашел! Через окно. Вот это хедшот! Просто убил! Фу! Молодцы, ребят. Держимся. Там один щелов осталось. 12. Ах ты ж крыса! Я сейчас надо. Походу их занял. Осуждать. Прошу прощения. Ну, живот. Вот. Животное. Так, он тут из-за угла пытается меня походу выстрелить. Я видела кусочек руки, короче. Ты говори где, я не знаю. Вот я на точке, и тут окна прям идут вперед. Не панорамные, а вот в стене. Понял. Все, ждите. Я чекаю, если что. Кто-то упал. Дурачок. Не пугай меня так. Так, если что-то... Бомба у нас, помните, бомба у нас. Они должны сюда вернуться. Там есть маленькая дырочка, через которую они могут заходить. Я когда увидел Ашана, чуть не обкекался. Бишка, ты стоишь в самом плохом месте. Со спины кто-то зайдет и убьет тебя. Вот я не успел это сказать! Накаркал. А, тут так, тут X-Данил в окне. Сверху, Наташа. Дыре. А, да. Ох, они так. Тут как упрыгнули, интересно. В дырке, прям в дырке, Наташа. Да, это... да, она прям на крыше. Она прям смотрит. Ой, на крыше. Какой дырке? На крыше, в дырке. Убил. Ага. Бомба до сих пор здесь? Так, ну вроде бы да. Я слышу крюки. Это ты, дурак! Это я. Пугаешь меня опять! 8 киллов осталось. 8. Чуть-чуть осталось, совсем немножко. Мы проверим. Давай. Я не знаю, где Ашан. У Ашана... Они, конечно, на крыше все. Так они не успели бы сюда прийти. Ждите здесь. Я пойду на крышу, я прикрою. Ага. Я пойду на крышу. А между колоннами как буду бегать. Мишка, ты тогда, убил X-Данила, вот убил X-Данила с улицы, убил X-Данила с улицы. Уф, какой килл! Ребят, 6 киллов осталось, 6. Мы сможем. Все получится. Давай, 6 киллов. Я немного план хитрый придумал, поэтому просто ждите. Если я увижу, куда они куда-то бегут, я вам скажу. Просто нам 6 киллов. В любом случае, нам бы просто их убить, и все. Они не бегут через центр. Я слышу где-то крюк. Не понимаю, где. Может, это по мне стреляют, конечно. Это по мне? Да, кажись. Мы тут с Гречкой в закрытом помещении. По мне. А!
убили! Я не знаю, где он! Я не знаю, где он! Так. На крыше, на крыше, я вижу кого-то на крыше, это Натаха. Они не прессуют, они играют как будто бы на килы. Поэтому максимально аккуратно. Их за ним. Кройте в любом случае бомбу, не высовывайтесь. Если мы играем на килы, я все постараюсь сам сделать. Хорошо, мы тогда тут просто держимся. Да, просто не высовывайтесь. Ага. Бишка, на месте ты где-то? Да, на месте, на месте. Хорошо, я чеку дыру. Ага. Так, ну я тогда на крыше. Убил Натаху 5 килов. Убил Натаху 5 килов. Не высовывайтесь, не высовывайтесь. Если что, 5 киллов это прям очень даже хорошо. Если я увижу их Экзанила... Шаги спешу. Это я. Так. Я сверху, это я, не стреляйте, я на балкончике топаю. 5 киллов. Экзанил 100% где... Бомба... А, ну, вы проверяйте на всякий случай иногда. Бомбу... По мне стреляют, по мне стреляют. Сверху, дырка, дырка, дырка. Гречка, дырка. Дырка где? Да гречка беги, не... Беги, беги, гречка, беги. Гречка не дырка. Это подожди. Еще Ашан, Ашан и Наташа тут. Вместе стоят. Погоди, ты куда? Где? Где? Скажи, где? Сверху, ты все, просто, на крыше. Кройте, просто сами кройте. Ничего не делайте, я сейчас все сам сделаю. Смотрю. Вижу. Убил Ашана. Убил Ашана. Ага. Убил Ашана. Ага. 4 килла. Держим, держим. Кройте бомбу со всех сил. Где они могут быть, скажите? Я в дырке, не стреляйте. А, все, вижу. Это я. Это я. Ага. Я между колонн просто туда-сюда. Ашан здесь. Ашан здесь. Я не знаю... Подожди, Ашана я убил. Не знаю, где Экзанил и не знаю, где Натаха. Так, они... если что, там пишется, когда бомба взята, не взята. Не-не-не-не-не. Поэтому как бы надо ее крыть. Угу. Они через верх сейчас не идут. Они не идут через верх, они через низ зайдут, мне кажется. Угу. Я через окно к вам пойду. Бишка, бомба на месте? На месте, на месте. Это я над вами, не стреляйте, не стреляйте. Окей. Слышу круки. Так. Осторожно, 4 килла. Тупо 4 килла. Всё. Где? Я не увидела. Скорее. Наташа, она прям вот там через вход. Какой? Через. Внизу, вот мы по крюкам перебираемся, а там он внизу не в дыре, которая, а вот ступенька. Я не знаю, как это объяснить. Там, где панорамные окна, нижний этаж, да? Напротив, да, напротив панорамных окон. Так, Давай, мы тебя ждем, аккуратно. 4 килла, ребят, 4. Крюк, внизу крюк. Это я. Господи, не пугай. Не высовывайтесь, Натаха, походу, сейчас нас будет там ждать. Она по мне тоже стреляла. Они оббегают, может, через нижнюю дыру зайдут. Вы кого-то слышите? Вы кого-то видите? Нет. Она упала в дырку, она упала в дырку! Наташа, вижу! Давай! Убил их, Экзанила! Давай, держим! Есть! Молодцы! Все, 2 килла осталось! Я постараюсь сейчас найти Ашана, я не знаю, где она. Возможно, я в окне, если что. Я в панорамных окнах, не стреляйте. Я не знаю, где Ашан. Бомба там до сих пор? А тут. Я, если что... Убил. Последний килл. Убил. Так, все, мы... Да. Ждем. Сейчас они воскресятся. Дойдет до нуля, и все должно, ну, как бы все. Они больше не смогут вот это. И... Все! Команда Силик потратила все доступные очки возрождения туда! Молодцы! Это было жестко, я вспотел просто. Я тоже. Пошлите в ДС туда к ним. Давайте. Жестко. Ну, хорош. Понимаешь, проблема в том, что валил в основном всех Эд. Бишка и Гречка сидели... Вот мы чекали бомбу просто. Так, подожди, это мы придерживались строгой тактики. Да, а знаешь, какая у нас была тактика? Тактика, знаешь, какая была? Ашан, сиди дома, не трать нашу жизнь! Так, знаете, да. Знаешь, смотри, когда у нас осталось 7 жизней, мы такие, так, Ашан, сиди дома, мы пошли их фигачить. А я-то думаю, что я нигде... Я 25 килов взял. А я думаю, что я нигде найти не могу, я уже сам пошел Ашана искать. Вы прячетесь в этой темной местности, просто невозможно видеть никого. Ну, это да. И то, что бомба попадает, это прям вообще, это ужас, ее надо еще бегать. Она прям так запрятана тут. Бомба прям хорошо, на самом деле. Да, вас вытащило только, по сути, то, что у вас бомба... Да, то, что вы дропнули бомбу там. Да, если бы она возвращалась, то мы бы, ну, думали, ну, не совсем, ну, ладно. Так ты не играл, тихо. Мы затащим, мы вам скажем. Все, хорошо. Сейчас команда, подожди.